Ищите низкие цены на рекламу? Они здесь. ТВ и радио на Патриаршей. Наши цены не растут. Заказ рекламы по телефону 42 28 28. Практичные подарки для себя и своих близких. В Йошкар-Оле открылась выставка продажи ивановского текстиля. Специалисты одной из самых известных текстильных фабрик страны привезли горожанам свой лучший товар. Сатиновые, поплиновые, из бязи и хлопка. От детских размеров до евростандарта. С ярким рисунком или спокойных тонов. Ивановские текстильщики хорошо подготовились к выставке продажи в Йошкар-Оле, захватив с собой из текстильной столицы страны множество наименований самых необходимых товаров для дома и сна. На нашей ярмарке представлен большой ассортимент подушек, одеял, постельного белья. Вся продукция изготовлена из натурального 100% хлопка. Сатин, поплин, тик. Из ассортимента подушек есть натуральный наполнитель, гипоаллергенные и ортопедические подушки, как лузга гречихи. Обновить домашний интерьер можно при помощи новых ковриков, пледов, покрывал. Все это тоже есть на выставке. А мягкое и правильно подобранное одеяло позволит навсегда забыть о бессонных ночах. У нас представлены разновидности одеял очень большая. То есть это и овечьи наполнители, и верблюжье, и бамбуковое волокно. Есть облегченный вариант. Это более летний, так сказать. То есть под ним не будет потеться. Вот, и оно противоаллергенное, это бамбуковое. Имеется также стандартная толщина одеяла. То есть это при температуре где-то 18-17 градусов дома. Вот, есть более зимние варианты одеял. Также любых наполнителей, начиная от бамбукового. Вот, то есть любым, каждым запросом готовы угодить. Первые покупатели уже смогли оценить ивановский текстиль по достоинству. Как выяснилось, каждый найдет здесь то, что ищет. Постельное белье здесь, подушки, одеяло, они более натуральные и качественно сделаны. И цена здесь, они стоят недорого. То есть цена и качество соответствуют. У меня просто уже есть подушки такие, одеяла. Мне нравится, что стирать удобно. Я аллергик, и ребенок у меня аллергик. Мне удобно то, что всегда постирать можно все чистое, ничего не пыльное. И нормально по качеству, то есть стирку выдерживать много раз. Посетить выставку продажу ивановского текстиля можно по адресу улица Ивана Кырли, 42А, второй этаж. Это здание бывшего хозяйственного магазина «Наш» в 9-м микрорайоне. Продлится она до 22 февраля. Время работы с 10 до 19 часов. На некоторые товары действует акция «Цены пополам». Подробности у продавцов-консультантов. Увеличьте ваши продажи, обеспечьте рост ваших доходов, привлеките внимание к вашему бизнесу. Мы знаем, как это сделать. Реклама на радио и телевидении, ТВ и радио на Патриаршей. Реклама прозвучит именно тогда, когда это необходимо. Каждая рекламная кампания разрабатывается индивидуально, и мы гарантируем эффективность рекламы. ТВ и радио на Патриаршей снижает цены на производство и размещение рекламы. Убедитесь лично. 42-28-28. Реклама на радио и телевидении. 42-28-28.